В Шадринском районе реализуется программа «Еңбек» по развитию продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы. Это большая поддержка государства, которая позволяет населению открывать бизнес и заниматься своим делом. Так только в текущем году 3682 жителя района трудоустроились по госпрограмме. Наш корреспондент ознакомился с результативной реализацией госпрограммы в районе. По первому направлению данной программы в 2021 году на краткосрочное обучение на сумму 5 миллионов 600 тысяч тенге 30 граждан направлены на обучение в колледж номер 16 города Шардара. Также положительно решены вопросы трудоустройства выпускников на постоянную работу. Кроме того, в районе ведется системная работа по улучшению качества жизни лиц, состоящих на учете службы пробации. С начала года через ярмарку вакансий трудоустроены на постоянную и временную работу 8 граждан с ограниченными возможностями, 4 гражданина, состоящих на учете службы пробации, и 8 граждан плательщиков алиментов, а также 91 безработный. В целом, с начала года было организовано 4 ярмарки вакансии, 2 из которых предназначены для граждан, состоящих на учете службы пробации. В нем приняли участие 156 человек, трудоустроено 115 человек. Кроме того, из 85 человек, состоящих на учете службы пробации, трудоустроены 13 и 8 плательщиков алиментов. По квоте Акима на постоянную работу трудоустроено 3 человека. В рамках второго направления программы в 2021 году по проекту «Бастоп Бизнес» прошли обучение основам предпринимательства 201 гражданин, 183 жителя получили сертификаты. Шолпан Нышан обучилась основам предпринимательства по проекту «Бастау бизнес» и открыла свой бизнес. Основная ее специальность – повар первой степени. Начав печь сладости на заказ за последние 2 года, в этом году она получила государственный грант в размере 583 тысяч тенге. Обучившись основам предпринимательства по проекту «Бастау бизнес», я разработала бизнес-проект. Он был одобрен, и в течение 1 месяца я получила средства. На сегодняшний день работаю одна, однако в дальнейшем планирую расширить свой бизнес и взять помощников. В следующем году я намерена получить грант в размере от 2 до 5 миллионов тенге. Я благодарна государству, работникам центра, которые предоставляют такую возможность гражданам, которые хотят работать и открывать собственный бизнес, говорит Шолпан Нышан. В день она печет 6-7 тортов, также пользуется социальной сетью и принимает заказы на различные виды сладостей. Цены на продукцию начинаются от 6 тысяч тенге на любой вкус и цвет заказчика и доходят до 100 тысяч тенге.